Twin Tower. Осталось 5 секунд. Блин, они урон уменьшили. О, погоди. Опа, паджика дали. Все. Значит, на паджике. Слава есть, Аншаникен. Вообще удивительно, реально, то, что паджика дали. Типа, это второй раз за сегодня. О, кентавр в игре есть. Черт, там Саленси. И Вивер. Если Вивер четверка, он соберет аганим, будет свапать, типа, челиков и... Мультума будет, типа, скидывать. Нужно будет Саленси первым делом жрать всегда. Давай на победку. Да я и как бы прошлый на паджике на победку играл. Не получилось соло затащить так-то с голым троном. Хотя был близок. Паджик теперь не банится, да так же банится, как и раньше. Типа то, что дали два паджа раз 50 игр, как бы ой-ой-ой, охуеть, все, падж не банится. Мясника вызывали. Чего вы из крайности в крайность-то сразу прыгаете? Дело в шляпе. Но, дело в шляпе. Но не у тебя меду будет стоять. Врага мешают. Чё я сказал? Кто на меду будет стоять? Ничего не понял. В пути. 30 секунд до начала сражения. Ну, не знаю. Вот такое псерч это как-то такое. Вперед. И теперь харда без варда останется. Стоп. Ага. Блин, белка там. Нет, ну жопа твоя мешается, ну тут чу. Битва начинается. Так много мяса. Блин, я мог хукнуть, там жопа квинта помешала в этот момент. Времени. Типа я бы жопу квинта просто нахукал, насадил. А, белка на меду, походу. Да, белка на меду. Это... Лепота. Ну ладно. Я в прошлой катке на паджике так плюс-минус раскликался. Отлично. Так что сейчас будет уже попроще. Варда не видно. Хорошо. Выгадываюсь. И как узнать, зажарится он или нет? Зачем поджажарить? Ну пока вообще таки нормальный инстоится. Только ман надо будет экономить. А наебал. Хорошо. Некор тупой просто был, тебе бы повезло. А, зато даунбрейкер за всю команду отыгрывал. Типа в соляры завез на всю игру. Типа, если посчитать мои смерти, и сколько раз я сдох из-за даунбрейкера, по-моему, там я один раз сдох без даунбрейкера. Все остальные разы я помирал только из-за того, что, типа, врывался даунбрейкер. Блин, всем бы такого брейкера, как в моей команде. Ты в противоположной команде был. Сейчас, сейчас. Оу, щит! Как она посмела это сделать со мной, слышь? О, вот эта грибочка надо хукнуть сейчас. Шиша. Хуя! Все, бабло готово. Тестил карету кентавра? Нет, не тестил. Но чтобы тестить, нужно с кем-то это делать. Я много раз говорил уже сегодня за этот стрим. Типа, а с кем мне это делать? Возьму я кентавра, типа, и что дальше? На-на. На меня напали. Острее, оба. Острее. А чё крипа не дынаю? Не понял. Так у меня 777 голды. Я могу сулринг просто купить, а могу пойти в какой-нибудь фустав, к примеру. Чтобы на внезапничьих устроить, так сказать, покатушки. Но пока стоится относительно лайтово, белка вообще не напрягает. Не-не-не! Нормально. Я ее сам не напрягаю, как бы. Но мне так легче. Рандомного тиммейта с файта с пизди? А зачем? Типа, чтобы что и что управляет такой хуйней. А! У тебя псерф упал? Это чё это? Получается, там центряк стоит. Блин, если бы ты не сказал, я бы не заметил, реально. Гомом на пудже? Ну, блять, хватит вот эту вот хуйню покупать.
Типа, катки на пуджей так сверхредкие, вы такие, а давай мы еще хуйню соберем, чтоб ты проиграл игру, а потом горел, блядь, на протяжении всего стрима. Такой, да, давай, покупай хуйню, еще вот эту Тараску Саши Яши купи обязательно, еще какую-нибудь хуйню по типу Момо с Башером, да-да-да-да-да. И никак иначе. Ах ты. Воу-воу-воу, патрон пошел. Блядь, пробитие. Жепу мне пробило. Блин, больно. Опача, крипа попал. Я так и хотел. Блин, теперь страшно. Сейчас опять как зарядит меня свою хуйню. И все, смерть. Какая-то руна, зараза, есть. О, нихуя. Вот это внезапный подгон. Так, это запомним, где там находится. Так, надеюсь, все поняли, что белочки сейчас нету. Вот сейчас внезапно выскочит из ниоткуда. А потом стримеру разбирайся, тут кто... куда кого. Готово. Так, я, в принципе, готов, чтобы белку загрызть. Сейчас ко мне фостав придет. Довольно быстро, кстати, причем. Угу, она через Мелшторм играет. Че у нее там 780 хп? Блин, много так-то. Это не так легко будет. Но если она сейчас под вышку начнет бычить. Ну, вдруг. Вдруг и захочется сейчас. А, нихуя. Да ты что делаешь со мной? И это недопустимо. У меня реально есть ощущение, что игра просто рофлит за мной порой вот такие моменты. Нихуя. Где белочка? Так, мне остается вот этот крип, и я готов. О. На тут. Это шанс. Она, возможно, видела то, что я пошел наверх, но она не видела, какую руну я взял. Так что есть огромная вероятность, что я сейчас ее захуярю. А только нужно будет, ну, суставчик нажать на догон, а не на нападение. А, мы сосем, кстати. Белка стакает? А. А, так вот куда она... А. Так это ж это. Это ж можно стаки своровать. Блин, скан пропал. Ну да. А где она? А тут на хуйню, слышь, мальнула. Не понял. Чего? Но если она что-то тут стакала, этого уже тут нет. Что за нахер? Вообще белка не понимаю, где находится. Сейчас. В жопу себе по пинку и закалипла. Можешь прийти к нам, у нас белка здесь просто. Она та. Я просто ее так не мог найти. Куда она делась? Дай похуй. Дальше себя не говори, мне настолько похуй. Похуй плюс похуй. Забись. Я реально белку я не видел. Успел накинуть, там же анимация еще, я только лечение быстрее делаю. Ну да ладно, не, окей. Неплохая трипла. Я реально просто белку на карте не видел, я не понимал, где она находится. Я давно уже... Бы чуть-чуть бы пораньше, чтобы я не умер. Ну да, ему просто на пару секунд, и ты бы жив остался, и еще бы заебашился. Вот я о чем говорю. Типа, честно-честно, я не понимал, где она находится, я пришел раньше. Просто я уже 0-3 иду, как бы. Что я пропустил? Какая-то руна сверху. Сейчас сделаем. Угу, на низу тоже вижу, что-то интересное происходит. А сейчас у меня ульта будет хуя не стоит. Стоп, Энигма, 3 минуты. А он не зашел в игру, что ли? А почему показано, как будто он в игре? Стоит около Т2. Мне нужно кое-что сделать. Тут вард стоит, нужно его снять. Она на мид вообще не хочет возвращаться, я так понял. Она тут живет теперь. Надо за картой следить сейчас, в какой-нибудь момент может тупо... Я не знаю, в чем план тут же стоять, не приходить. На релокейте.
Ну я вот это хотел сделать просто. Ну как бы я тут игру соло собрался выигрывать. Так. Ну тут белка в лесу. Ну реально там ВК что ли сидит? Но она хуже тогда себе делает. Ага, чел и шел. Они сейчас будут грызть Абадуна, да? Но я успею. Глобал есть? Стоп. Ебать, вот это соло. Йо, забаньте, блядь. Охуеть. Сверх тайминг. Даже анимация не прошла. Хотя, если бы он чутка подождал, он бы сбил мне дисмебер, я бы Виспа не убил, скорее всего. Ну, тайминг был, конечно, шикарный, да. Ага, он не знает, что там есть вард. Сейчас будет грызть крипочков, а я его убью. Лежать. Туда так туда. Чуть туда все стыкну. Все, это мой треугольник теперь. Ну, да. Занято. У меня так дохуя денег. Я тоже шмотку лесную. О. А мне можно? Шикарно. Вообще офигели. Как так можно? Забирай, забирай. Ой, это треугольник уже не треугольник, а как теперь его называть, кстати, если там же теперь два спота точно. Двугольник? Ну, блять, как? Как называть-то реально? Так. Ну не-не-не-не-не. Я пережду, пока сейчас ко мне предметы долетят. Вашу нижнюю башню атакуют. Север там трется у тебя. Они тебя очкуют, наверное. Свена вижу. И Виспа рядом. Висп к нам съебался. Что? Ебать лакерство. Что продумано? Давай к делу. Белка с Виспом ушли к вам. Похуй. Даггер есть? Только застань. Хорош. Похуй. А что, не попал? А что, на? Опа, вот так кто там есть. Сейчас. Сейчас оформим. Блин, мужик. Там бард упал, кстати, на ХГ. Черт. Черт, я хочу сходить куда-нибудь. О, нейтральный крип его убил, лол. Ха. Я отомщу за тебя. Так, сейчас организуем сверх мув. А что, он не будет пушить? Это думал. Мне так неинтересно, думал, он будет пушить. Ладно, я зато быстрее куплю себе гонем. Че? Там блочит крипов? А, нет, это просто я криво пукнул. По-моему, нам два спота в лесу заблокали. Смотри, сейчас вот тут стоит и фармит прямо вот тут. Туда так туда. Ух ты, вот это хорошо. Вашу нижнюю башню атакуют. А нет, он где. Так, все, ждем аганим, убиваем Свена. Я пока в засаде. Вашу нижнюю башню. Вот сейчас здесь атакуют. Появится, будет вот эту пачку крыси, я его убью. Ну, либо здесь бьет пачку. Одно из двух. Оху, все равно убью. Теперь нечем сбить мою ульту. Да, нам два спота заблочили. Все, он теперь точно тут. А, блин, я не понимаю логику передвижения этого Свена. То он бьет, то он не бьет, хрен поймешь. Вот они стягиваются к нам, уходите. Может, пучка вот вытащит. На меня напали. Ух ты. Так, ну они уже все потратили. Ой, еще один. Сука. Ошибка от меня, жесткая ошибка. Я думал, кого сожрать, я бы его убил. Черт. Ошибка. Я мог не помирать, я ему стрика дал. Да, я ему стрика дал. Сука. Это грустно.
Я просто осознал, что могу его сожрать только в тот момент, когда уже хук долетел. А там маны не хватает. Как патч? Да пока никак, я еще не вкусил его. Типа мало времени прошло, чтобы какие-то выводы делать. Бадона, два ботинка тебе немного? У него 4 ноги. Ну, нормально. Я... Пойдет. У нас вот этот спот заблочен. Да-да, я не помню. Не понял. И может, а где сало? Просто мимо пробежал? Сейчас разблочу. Там еще маленький был заблочен. Здорово. Скорее всего, заблокали вот здесь его. Блять. Салень, ради ты нахуй. Сидит там где-то в кустах и шкерится, типа, выжидает момент, когда свой глобал нажать. Когда ты его распробуешь? Самое я и больше. А что, сало не помог, да? Сиона. Я не успею видеть. Бля, была бы мана, я бы шубы нажал. Ваша центральная башня разрушена. Ро. Она умрет, просто сгниет. Руки в крови, это про меня. Я в джон хуячит! Нижняя башня противника разрушена. Люблю сокращать чужие колонии. Так я домой. Книга нужна кому? Кто забрал? Не, ботинки норм, вообще рабочая схема. А че у него за ботинки-то вообще? Как бы я не смог помочь бы. Где, где, где? А, я тебя понял, хорошо. Смотри, с какой у меня. С 4 секунды. Плюс скорость 390 у меня. Они стакаются. Нет, чё-чё, скорость передвижения не стакается, я могу это точно утверждать. Реген стакается, но насчет скорости передвижения он пиздит. Можно не вот это? Блин, придется маной пожертвовать. Но зато у меня будет плюс 125 дальности заклинаний. Капец, 800 целых маны потратил на эту... Очень дорого. Ой-ой-ой-ой-ой, какие они все еле каленые. БКБ? Не, зачем? Пока не надо. Все равно цело не спасет. Убьет? Ой, хорошо. Дай подправлю тебе фигуру. Здорово. Нанно. Видишь, Хут вообще даже не убежал. Плюха. Я правда еще на хосте. Куда? А где еще одна хуйня на свене? Ну-ка, покажи, пальцем бить буду. На треугольнике сидит. Казан. Блин, а где он вообще? А, он вообще в своем лесу. Да свен очкошник убежал уже, небось. Центряк есть? Есть. Хорошая идея, слушай. А, и рейндж маленький, все равно не дотягиваю. Ух, ю. Жестко. Выкатываюсь. Сейчас не пугай, не пугай, не пугай, погоди, погоди, погоди. Да он же, походу, Латару слышал. А-а-а. Или нет? Да вижу на него. Покажи его. Что протухло? Туда так туда. Нихуя. Силы света укрепили свои сооружения. Там нет ничего поинтересней. Но это прям жестко ощущает недостаток маны. У меня столько артефактов на ману. Ты заметьте, у меня 18 флешхипов из 21 убийства в команде. И 3 тебя полезны. Мое имя полезность. Задумался, походу, молодой. Маны не хватит, блять. Буду драться. О, это хорошо. Сейчас могу нормально помахаться. Только на прокаст пола не хватит. Нужно будет что-то оставлять. Батьку пришел, все нормально. Я на месте. У меня дышите глубже, ребята.
Так, она сгнила. Что по салу? Его сейвят. Пойдем Свена хуярить тогда. Где Свен? А где Свен? Блин, Свена не видно. А вон где он? У него ГДС уже кончился. Давай, они даже боятся ко мне подойти. Все в кишках. Я не пойму, они типа реально думают, что 125 дальности заклинаний это слишком много, и поэтому это нужно уменьшить 20% от мана или ёбнутая шмотка, она мне очень не нравится. Я прям суку ее выкинуть хочу. Типа хуй с ним с этими 125 дальностями. Лучше я себе возьму коняшку, у меня не будет проблем с маной вообще. Чем бегать этой хуйней. Шла нахуй. Типа 400 маны у меня забрала эта херня. Охуеть. Как-то с киноптиком покомфортнее играется, чем вот так. Есть игра, вроде называется Протокол. Там тоже есть перки, когда ты типа берешь перк, у тебя какая-то отрицательная способность появляется. Там что, создатель переиграл в Протокол? Хотя стоп, не Протокол. Я не то сказал, не Протокол. Этот, как его? Не могу вспомнить. Сука. Бать страшно. Сейчас, вард есть, варда нет. До свидания. Ни у кого не... Чел, ты не попал. В дорогу. Не бачил путь. Это пиздец. Я его торможу. Давай, давай, пуш, лепетовый. На развороте ебать ломать надо. Раскатил как Ложков. Вообще пиздец. Постал? Давайте займем. The Ortal Wilds или Worlds. Что-то как-то... Папич еще в эту игру, помню, играл. А создатели Фолоча, вроде как, игра. Там такие перки есть, которые дают тебе положительные эффекты и при этом отрицательные одновременно. Будет сделано. У меня Протокол не по этому поводу вспомнился, просто недавно хотел ее перепройти, Протокол. Можем Рошу, кстати, заебашить. Пойму вообще. Нормально так разрезал молодого на кусочки. Давайте завалим, чё он там? Стаивает. Вашу нижнюю башню атакуют. Дорогу. А потом вышку снесем, успеем. О! Я сейчас пойду их разводить. Они сейчас в иллюзию напихают все как не в себя. А тут я в кустах в засаде сижу. Ну-ка, идем, типа, такие наглые дохуя. Рошан убит силами тьмы. Без смерти. У, блядь, страшно. Реально, ебать, бояться надо. Давай ГДС нажимай, ГДС, ГДС, ГДС. Ай, эти, блядь, ГДС нажал. Я на ульту развел Свена. Сейчас под ГДСом чел бегает, осторожно. Вон, видишь, бежит. Так, минус глобал. Ульту нажать не сможет, да? Да, похуй. Ай, блядь, мне сало дали. Сейчас ГДС кончится, подеремся. Ну у них нету ни сала, ни ГДС. Так, первый посол. Вперед! На меня напали! Ух ты! Мне БКБ нужен для полного набора, чтобы не бояться вообще никого. Это куда полетел? Да похуй. Эй, камера, ты чё? Нихуя себе. Бля, меня камера заскамила сейчас. Охуеть. Если бы не камера, я бы дальше пошел драться. Сейчас фонтан заберу. Типа все, камера.
подношение моему роду. Тут сейчас должен вивер пройти. Прямо сейчас. Вроде как сюда бежал. Ага. А его что, висп что ли забрал? Или ты его что-то хотел с потайной взять? Ай-яй-яй. Как меня увидел, походу. Верхняя башня противника разрушена. Ну, живи, а я умру. ГДС очень как-то быстро откадышился. Мне 25-й нужен, чтобы я мог его прям в ульте сожрать. Типа под ультой и... Повод из БКБ, а под всем. А 25-го нема. Ой, блядь. А сколько у меня сейчас уже подряд убийств? Ну да. А у нас Аега есть. Расчехляю ножи. Бля, в себя дробовиком стрельнул. Ай. Если бы не в себя, если бы в него попал, я бы его убил. Я на бэкну. Я немножко каленый. 3 минуты, Аега. Туда так туда. Минус глобал. Шикарно. Центральная башня противника разрушена. Дышите глубже. Чего глубже был? Не понял сейчас. А сколько глобал кдш с талантом? Сейчас сделаем. Ой! Вот. А, у него рефреш уже, нихуя. Вот это внезапно. Бэмно. Что-то такая лайтовая катка, я просто на протяжении всей игры иду и всем пизды даю, типа. Но что-то как-то не совсем, не прошлая катка, где тяжко было, да? Это именно вот одна калиточная каточка, которую я не очень люблю. Сейчас на фонтан зайду. Ой. Жестко. Победили силы тьмы. Вдохни поглубже. Я хочу глянуть, какой у меня стрик. Сейчас я вроде как и в МП должен быть. А серия из 19 убийств, палач по признанию. Всего 19? Я думал, там где-то 20-ка, 25 может быть. Фу. Ну ладно. Сорок 2000 урона.